Всем привет, друзья! И в мой адрес поступило очень много запросов рассказать о том, какие товары для кухни, для дома есть сейчас в продаже в магазине «Светофор» нашего города. Поэтому с большим удовольствием исполняю вашу просьбу и показываю самые интересные и самые полезные товары из этих категорий. Смотрите, появилось в продаже настольное жидкое покрытие, которое называется жидкое стекло, размером 80 на 120 сантиметров с различными рисунками. В основном это рисунки с золотистым орнаментом. Быстренько вам покажу все варианты, которые представлены. Стоит такое покрытие 304 рубля. Я свое покупала примерно месяца 2-3 назад, когда впервые в продаже появились такие покрытия. И знаете, до сих пор я довольна, мне нравится, поэтому смело могу вам рекомендовать. Честно говоря, я была удивлена, что в продаже есть та самая популярная посуда. Это черные и белые тарелки с геометрическим рисунком в виде золотых полос. Это тарелки от Паша Бахче. Плоские тарелки диаметром 19 сантиметров, стоят 55 рублей, продаются также в белом и черном цвете. Глубокие суповые тарелки объемом 1 литр 400 мл, диаметром 22 см за 62 рубля. Большие плоские тарелки диаметром 26 см за 67 рублей. Сезон заготовок продолжается, и это самое время засушить овощи, фрукты, а также грибы, тем более, что грибы сейчас пошли, и для этих целей можно приобрести сушилку за 815 рублей. Эта модель сушилки пользуется популярностью, каждый год она продается и раскупают очень быстро. Из технических характеристик: это объем 19 литров, 5 пластиковых поддонов, и немаловажно, что сушилка обладает бесшумной работой. В предыдущем видео меня еще раз просили поближе показать литую сковородку с антипригарным покрытием за 670 рублей. И, конечно же, я вашу просьбу исполняю. Диаметр сковородки 26 сантиметров, выглядит очень красиво, стильно, ручка несъемная. Сковородка сама по себе тяжелая, подходит практически для всех типов плит, но для индукционных плит, как говорят покупатели, она не подходит. В комплекте крышка отсутствует. Также есть в продаже алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием диаметром 24 сантиметра. Цена у нее супербюджетная, 157 рублей. Ну и, конечно же, эта сковородка также идет без крышки. Ковш алюминиевый с антипригарным покрытием от фирмы Вари. Эта фирма всем нам известна, например, в Фикс-прайсе подобные ковшики продаются, но стоят они дороже, 199 рублей, в Светофоре же 164 рубля. Этот ковш не со съемной ручкой. Если соберетесь брать, обращаю ваше внимание, не используйте металлические лопатки, ложки и любые металлические аксессуары. Используйте лопатки и силиконовые различные аксессуары, и тогда этот ковш у вас прослужит очень долго. Снова появились в продаже наборы из трех пластиковых мисок за 88 рублей. И эти наборы я смело могу вам рекомендовать. Моя мама купила такие миски, и до сих пор они служат верой и правдой. Даже падали на пол и до сих пор не треснули. Серные тарелки от производителя Паша Бахче, выполненные из натрия кальция силикатного стекла. Вот такие стандартные, без какого-либо декора, диаметром 19,5 см, стоят 36 рублей. Из этой же серии глубокая суповая тарелка диаметром 22 см стоит 39 рублей.
Новое чистящее средство для кухонь от производителя «Бархат». Это жидкое средство, которое устраняет жир, нагар, копоть и другие загрязнения с поверхности электро-, газовых, керамических плит, духовок, грилей, сковородок, любой посуды, решеток для барбекю, а также микроволновых печей. Работать нужно обязательно в перчатках. Большой флакон весом 1 килограмм, так заявлено на упаковке. Из этой серии представлено очень много и других чистящих средств, и надеюсь, что они появятся в продаже магазина «Светофор». Пока цену озвучить не могу, потому что попала как раз на привоз, и не все ценники были вывешены. Вот такие обеденные столы на металлокаркасе я вам показывала и ранее. Стоят они 1429 рублей, но в этот раз мне понравился цвет столешницы. Чем-то он напоминает беленый дуб и смотрится очень красиво. Снова привезли вот такие наборы фанерных дощечек. Изготовлены они из березовой фанеры, а также в комплекте еще идет маленькая лопатка в виде треугольника. Также в продаже можно найти фильтры для воды Aquaphor. Это самый бюджетный вариант, дешевле нигде не найти. Стандартный объем 2,8 литра, а также отдельно можно приобрести и сменные кассеты. Пластиковый органайзер с отделениями стоит 144 рубля. Примечательно, что в комплекте еще идут пластиковые перегородки, которые можно располагать под те размеры, под те предметы, которые вы там будете хранить. А за счет того, что крышка полупрозрачная, то не открывая органайзер, вы сразу будете видеть, что там лежит. Хочу обратить ваше внимание, что в этом магазине до сих пор продаются кухонные гарнитуры. Стоит такой гарнитур 4240 рублей. Общая длина его 1 метр 20 сантиметров, состоит из мойки шириной 60 сантиметров, а также рабочей поверхности и два навесных ящика с дверками и открытыми полками. Впервые вживую я увидела обувную полку за 456 рублей. И посмотрите, выглядит она вполне сносно, устойчивая. Мне понравилось, я потрогала, рассмотрела со всех сторон, не прогибается и не шатается. Большие пластиковые тазы с ручками объемом 40 литров стоят 235 рублей. Тазики ярких цветов, посмотрите, есть салатовые, голубые и нежно такие голубые. Примечательно, что эти тазики из пищевого пластика, поэтому можно использовать их для заготовок. Наши любимые пластиковые столы за 158 рублей. Сейчас они представлены в голубом цвете, и впервые я вижу такую расцветку столика. Очень они функциональны. Также в продаже есть переносные корзинки для организации и хранения. Тоже очень удобная вещь. Но и других контейнеров, коробочек очень много. Про них я вам рассказывала подробнее, так что можете пересмотреть предыдущие видеообзоры. Новые модели швабр с насадкой из микрофибры за 128 рублей. Ну, конечно, тут бросается в глаза яркая расцветка этой насадки, но хочу обратить ваше внимание, что ручка у этой швабры не телескопическая. Наконец-то в продаже появились кухонные махровые полотенца. Давно их не привозили, и сейчас посмотрите, какие красивые расцветки. Фиолетовые и насыщенно-синего цвета. Плотность хорошая, 360 грамм, размер 30 на 50 сантиметров. Ну а цена супербюджетная, 29 рублей. А также, но очень красивые махровые жаккардовые полотенца. Еще они называются пестротканные. Размеры 50 на 80 сантиметров. Они намного плотнее. Плотность 480 грамм на метр квадратный. Стоит 125 рублей. И вы просто посмотрите на эту красоту. Полотенце выглядит очень здорово, богато. И представлены в синем оттенке, а также в сером.
и большие махроновые банные полотенца размером 50 на 80 сантиметров за 74 рубля. И переходим к самым долгожданным новинкам. Я знаю, многие ожидали этого привоза. Появились в продаже трикотажные простыни на резинке, состав 100% хлопок. Представлены эти простыни в двух размерах. Вот в такой упаковке простыни размером 160 на 200 сантиметров, высота бортика 20 сантиметров. Представлены в двух цветах. Это голубой и коралловый. И второй вариант простыни, состав тоже 100% хлопок и производитель тот же, но размер побольше, 180 на 200 сантиметров, высота такая же, 20 сантиметров, цена 149 рублей, расцветки разные. Снова появились в продаже светодиодные светильники-прожекторы. Стоят они 199 рублей, подключаются к сети. Я знаю, что многие девушки интересовались, спрашивали, когда же их привезут. И вот посмотрите, есть они в продаже, так что приезжайте в магазин, пока еще не разобрали. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, оно было для вас интересным и полезным. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и какие товары вы точно будете покупать.